Сегодня в центре Сочи георгиевские ленты раздавали юноармейцы. Черно-оранжевые ленты крепили на одежду прохожим и объясняли, как нужно носить этот символ памяти и благодарности за подвиги участников Великой Отечественной. Мы вот особенно молодежи говорим, что ни в коем случае не повязывать ни на какие там сумки, какие-то на машины не вешать. Главное ее носить на груди, потому что это символ победы, который мы все чтим и уважаем. До 9 мая георгиевские ленты будут раздавать во всех районах Сочи. В Адлере на пересечении улиц Ленина и Кирова. В Хостинском районе у кинотеатра «Луч». В центре Сочи на площади Флага, а в Лазаревском районе около центра нацкультур. Всего активисты в Сочи планируют раздать более 40 тысяч георгиевских лент. Также в дни акции по всему краю будет проходить сбор пожертвований. Деньги передадут краевому клиническому госпиталю ветеранов войн для покупки медицинского оборудования. Добавлю, что акция «Георгиевская ленточка» проводится в нашей стране с 2005 года. А вообще черно-оранжевая лента появилась более 220 лет назад на ордене Георгия Победоносца. Награду вручали за мужество и особые заслуги на полях сражений. Позже георгиевскую ленту стали использовать и в других наградах, в том числе на ордене Славы, который был учрежден в годы Великой Отечественной войны.